Кламбер-спаниелей. Это редкая порода. В Украине их до 10 особей. В мире их тоже достаточно мало. Собака массивная, но при этом дружелюбная. У нее белая шерсть. Понятное дело, что они всегда могут на себя насобирать много грязи, но шерсть у них такая, что все ссыпается. Ну, то есть, как бы она придет домой, дома будет, можно сажать цветы, но собака будет чистая. Они очень преданные, очень любвеобильные. И, ну вот, не знаю, они, мне кажется, что слишком человечные.